Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и сегодня мы хотели представить вашему вниманию GPS-навигатор с камерой заднего вида и множеством интересных функций. Встречайте, перед вами Dunobel Echo 5.0. Устройство поставляется в компактной, необычной расцветке упаковки, на которой можно найти лишь технические данные. В комплект поставки входят сам навигатор, автомобильный держатель на присоске, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель, стилус, руководство пользователя, гарантийный талон, навигационно-программное обеспечение, предустановленное во внутреннюю память устройства, и камера заднего вида. Глянцевый корпус устройства выполнен из пластика серебристого цвета с черными вставками. В целом выглядит очень презентабельно. На лицевой части расположился 5-дюймовый сенсорный дисплей. На верхней грани можно увидеть кнопку включения-выключения устройства. На нижней грани расположился микрофон. На тыльной части навигатора находится динамик, кнопка Reset, серийный номер устройства, название модели и информация о разъемах. На левой грани следующие разъемы. Для наушников microSD-карты, AV-in и USB. Держатель на присоске получил прочную конструкцию и имеет регулировку как по вертикали, так и по горизонтали. На съемной части, которая удерживает навигатор, установлен пластиковый стилус. Высококонтрастный сенсор на 5-дюймовый дисплей имеет разрешение 480 на 272 точек. Горизонтальные углы обзора практически идеальны, что нельзя сказать о вертикальных углах. Здесь картинка начинает теряться. Устройство работает на операционной системе Windows CE 6.0 на базе процессора ARM Cortex-A7. Другими словами, начинка устройства более чем достаточно. В данный навигатор предустановлена навигационная система Navitel Navigator. Очень простое и удобное меню настройки и управления. Другими словами, если вы сталкивались с Navitel, то ничего нового и сверхъестественного здесь вы не найдете. Устройство быстро подключается к спутникам и прокладывает маршруты. При отклонении система также в кратчайшие сроки предлагает другой удобный маршрут. Сигнал со спутников стабильный и может прерваться лишь в закрытых помещениях. Из дополнительных функций можно отметить просмотр видеороликов, фото, аудио, можно слушать радио. И отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете подключить устройство к смартфону при помощи Bluetooth. Это даст вам возможность отвечать на звонки, писать и просматривать SMS-сообщения и обычные функции, которые есть на телефоне. Мощность аккумулятора составляет 950 мАч, чего в принципе, достаточно для того, чтобы длительное время пользоваться устройством без подключения к питанию. Полной зарядки хватает приблизительно на 3 часа работы. Другими словами, при необходимости вы всегда сможете вынести навигатор за пределы машины и пользоваться всеми представленными функциями. Подводя итоги, следует сказать, что Dunobel Echo 5.0 стал многофункциональным GPS-навигатором с привлекательным дизайном и отличной сборкой. Да, не самая лучшая операционная система, качество звука для прослушивания музыки хромает, но все же основную работу устройство выполняет на отлично, и это самое главное, а дополнительные функции лучше воспринимать в качестве приятных бонусов. Выбор остается за вами. С более подробным обзором вы сможете ознакомиться на нашем сайте megaobzor.com. На этом мы с вами прощаемся, с вами был интернет-ресурс megaobzor.com, оставляйте свои комментарии, мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока-пока!